Трехминутка любви от Ивана Нави, часовые любви, вновь я с вами на вы. У нас сегодня преддверие судного дня, Йом-Кипур называется. У евреев это день, когда подводится окончательная запись в книгу жизни на следующий год. Вот. И мы обычно ездим на кладбище, где рядышком лежат у нас Яшка наш младшенький и матушка. А вот вчера добавилась еще могила большого, я не говорю великого, это время скажет, а я скажу очень большого художника Баруха Нахшона, Зихроно Левреха, светлая память. И поэтому сегодня чуть-чуть вот такое, трехминуточка такая, с грустью немножко. Но грусть, я... У Жуковского есть прекрасная вещь. Не говори прискорбно нет, а с благодарностью были. И вот сейчас я покажу такой вид на весь Израиль. Я в поездках, поэтому вот прям почти до моря видно. Вот там Ашдот, вот там Ашкелон. Вот. Это к вопросу о том, зачем мы здесь живем, чтобы отсюда ракеты не падали на весь Израиль. Для этого живут поселенцы, такая особая общность людей израильтян, которых наши большевики все время пытаются между нами, израильтянами, вбить кол, но никак не получается. Вот, так вот, сегодня поедем со Светочкой на кладбище в Хевроне. Интересно, что сейчас подумал о том, что в новое время, в смысле уже во время, что Израиля, армия обороны Израиля не давала хоронить на древнем кладбище Хеврона, и первым похороненным на этом кладбище уже в новое время, расчищенным Бенцион Тавгером, был ребенок, младенец Баруха Исары Нахшон. Вот. А сейчас теперь и Нахшон туда, Барух, приобщился. Вот. И чему я все это? Я хочу ровно 3 минуты сегодня, потому что сейчас начнет говорить моя Сахочка, это у меня в навигаторе такая девушка. И я хочу закончить вот таким стишком, он абсолютно свеженький, я только что его написал. Найти слезы, чтоб выплакать горе, как найти березы у мертвого моря. Слезы по Яшке, слезы по маме, только мурашки по коже. Вы с нами. Хорошей вам записи в книгу жизни, ребятки. Ваш Иван Навид.